Семена Тунберги и Сьюзи Йеллоу vs Black Eye, Сьюзи Йеллоу vs Black Eye, во взрослом виде представляют собой высокие вьющиеся лианы, достигающие до 250 см в длину. Растут быстро, цветут на исходе весны, в мае и до середины конца сентября. Растение полюбилось садоводам за декоративный вид и нетребовательность в уходе. Особенно эффектно в любом виде вертикального озеленения. Бутоны воронковидной формы, в диаметре не более 5 см. Привлекают внимание мягким лимонно-желтым оттенком цветов, подчеркнутым темной сердцевиной. Часто выращиваются как комнатные цветы. Тунбергия Сьюзи Йеллоу vs Black Eye – это однолетнее растение. Тунбергия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания тунбергии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает Тунбергия Сьюзи Йеллоу vs Black Eye в месяц июнь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.